Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Очищують воду більшість людей, та очищена ще не означає збалансована та краща для вашого харчування. Тож, якими якостями повинна бути наділена саме питна вода? Про це будемо говорити з гостями, які прийшли до нашої студії. Це Олексій Ємельянов, комерційний директор компанії «Аквадар Україна», та Олексій Швець, директор компанії «Аквадар Україна». Дуже рада бачити вас сьогодні у нашій студії, шановні гості. От скажіть, будь ласка, з приводу питної води. Чи усю воду, яку ми маємо у наших квартирах, треба очищувати, на ваш погляд? Ну, тут нужно разделить воды, да, если мы говорим о водопроводной воде, которую большинство из нас потребляет, то, конечно же, ее обязательно нужно чистить перед употреблением, то есть она действительно имеет ряд патогенных загрязнений, которые не хорошо влияют на наш организм, да, то есть как бы это связано со многими факторами и устаревшей очисткой на очистных сооружениях, которые есть у нас в Украине, и системой водоснабжения, которое уже достаточно устаревшее, все мы понимаем, что эти трубы, они уже не пригодны к использованию, и, к сожалению, пока что их не меняют. Вот, конечно. Ну, по сути, техничная вода. У нас да, это техническая, техничная это вода. Техническая вода, которая, да, мы рекомендуем даже очищать для бытовых нужд, не говоря уже о питьевых. Так, тобто навіть сходити в душ, то треба її очищити, очистити перед цим. Ось така ситуація склалася в нашій країні. Звичайно, це така болюча ситуація і з нею потрібно боротися, але ми вже вийшли на той рівень, коли, мабуть, майже кожен мешканець нашої країни має вдома або фільтр, або керується тими засобами, які можливі зараз. Це до очищення води. Яким саме способом краще це робити? Будь ласка, пане Олексію. Да, действительно, как мы с вами знаем, и водопроводную воду потреблять в том виде, в который она поступает к нам в краны, в квартире, ну, сейчас, к сожалению, невозможно. Поэтому необходимо обязательно использовать современные системы очистки воды. Они есть разных классификаций, разной глубины очистки. Но мы должны понимать, в первую очередь, что основная вещь в системе очистки воды – это сервисное обслуживание. Каждый фильтр должен регулярно обслуживаться, профессионалами. Если ваш фильтр будет обслужен регулярно компанией, которая профессионально занимается этим, тогда вы можете быть спокойны, спать спокойно и потреблять чистую воду именно в той точке, где вы хотите. Ви будете в цьому вірити. Доочищена вода, збалансована, так? Але ж зараз лікарі рекомендують вживати кращу воду, кращу для організму людини. Тобто там повинні бути увесь набір тих корисних мінералів, солей і всього решта, що буде вживатись людиною і приносити їй лише користь. Так от, як правильно збалансувати, чи є зараз у системах доочищення води усе це, для того, щоб наповнювати її усім необхідним? Будь ласка. Конечно, есть на сегодняшний день система очистки воды. Есть на любой кошелек, на любое человеческое потребление. То есть, и есть признанные показатели, которые необходимо пить. Допустим, врачи рекомендуют пить воду не жесткую, там, от 1 до 3 мг эквивалент на литр. Врачи рекомендуют пить, сейчас очень модный показатель, pH, допустим, от 7,5 до 8,5, да, щелочную воду. То есть то, что раньше, в принципе, об этом не говорилось. Тот же сухой остаток очень важен. И, в принципе, если мы говорим о водопроводной воде, опять же, да, то не все показатели так уж плохи. То есть, действительно, можно поставить очиститель, который будет выдавать воду у вас дома, очень даже хорошую для питья. Корисную, да, ось так, да, треба назвати полезную, її, так? Полезную, да. И если мы сбалансуем все показники, ну, треба хотя бы знать, какими они должны быть в среднем, в стандарт. Так? И лишь после того мы можем вживать уже эту воду. Абсолютно верно. Я хочу дополнить немного Алексея. Вот если мы говорим о водопроводной воде, которая в нашем регионе присутствует, она, в принципе, имеет довольно сбалансированный состав по минеральным солям. То есть у нас в водопроводе есть другие некоторые проблемы. Это и механические загрязнения, такие как песок, ржавчина, трубная окалина. Это и органические загрязнения, много органических загрязнений. Это и чрезмерный хлор. Это у нас есть проблемы. Но то, что касается природного минерального баланса, это
довольно сбалансированный показатель для человека. В среднем сухой остаток в водопроводной воде порядка 250 единиц. Это 250 миллиграмм на дециметр кубический. Вот эта вода и есть полезна для человека. Если мы возьмем одну из вод, которые присутствуют на рынках, я имею в виду вода для грудных детей, для вскармливания грудных детей. Ну, я не хочу назвать бренды. Но их насправді багато. Можемо говорити про те, що їх багато, так, але ж там нібито написано, що вона збалансована для харчування немовлят. Так, так, так. Вот якщо ми посмотрим на сухой остаток, на вот этот показатель, то ми увидим, що він в периоде, ну, в промежутке от 150 до 400 единиц, в зависимости от бренда, от производителя, может колебаться. Именно этот показатель, он является основным, он показывает, сколько в воде растворено соли. То есть, если мы литр воды испарим, сколько миллиграмм соли у нас получится на весах, этот показатель показывает. И вот действительно, нам нужна вода с балансированным минеральным составом от 150 до 400 единиц, то есть от 150 до 400 миллиграмм на дециметр кубический. Вот именно в таком промежутке приблизительно наш водопровод, он попадает. То есть этот показатель корректировать не нужно. Нам нужно другие загрязнения очищать, другие болячки лечить, которые у нас есть в воде. Но вот то, что касается минерального состава, то вода довольно сбалансированная течет. Жива вода, так? От кажуть, на ту воду, яка не пройшла ті всі степені очищення, ну, мається на увазі, що не стала дистильованою. Вона жива, бо в ній є іще живі мікроорганізми, так? Але вона очищена від тих непотрібних домів, про які ми тільки що з вами сказали. З приводу води, яку можна просто відстояти, наприклад. От ми набираємо з крана воду, відстоювали трошки, ну там можливо добу, можливо дві доби чи три доби, а потім її вживаємо. Чи це можливо, так? Чи це... Ні, це міф. На самом деле, да, це міф, тому що відстоюванням води ви робите тільки хуже. Максимум, що ви зробите, у вас випаде в осадок, ну, зовсім грубі механічні примісі. Тобто, як би, состав води не зміниться. Ну, хлор, можливо, вже вийде. Ні, якраз, навіть якщо вийде хлор, бак флора у вас тільки ухудшиться. Если взять... В ней будут размножаться бактерии. Да. Когда у вас... Если взять бактериологический анализ, она будет по составу хуже, чем то, что вы набрали изначально, там, через 3 дня. Поэтому именно отстаивание воды это ни к чему хорошему не приводит. Так, зрозуміло. Бачите, один варіант ми вже викреслили. Це те, що люди робили дуже часто і потім ще воду заморожували. Тобто вода набирається і кладеться в морозильну камеру. А потім починає потрошечки розчинятися. Вона починає трошки танути і ось якраз то тала вода, вона вважається найкориснішою для організму людини. Чи цей механізм спрацює, якщо ми вдома будемо робити саме так? Алексей? Я? Хорошо. Смотрите, здесь очень двоякое может быть мнение на самом деле, да, потому что талая вода, она действительно признана, что она является питьевой, но вы учтите, что в талой воде не будет минерального состава, если мы говорим как раз вот когда начинает таять, да, то есть в первую очередь начинает таять вода без солей. То есть та вода, которая действительно опресненная, да. Но... Не факт, что там будет сбалансированный тот же pH, да, то есть как бы нужно, опять же, какую воду мы замораживаем. Если мы замораживаем водопровод, то это достаточно бесполезное занятие. Так, зрозуміло. Еще выкреслим еще один. Очень тонкая грань. Вначале действительно тает вода, которая лишена всех минеральных примесей, вот она тает. Но как поймать эту грань, когда вода тает чистая, когда уже начинается в ней растворяться наши патогенные загрязнения? Ну, это практически невозможно на самом деле. Ну, давайте еще разглянем еще один вариант, когда люди купуют бутильованную воду, когда она уже закупорена, и какие-то можливо, там рік тримається, так? Вона теж повинна бути чистою, вона повинна бути збалансованою для людини і, звичайно ж, корисною. Так от, з приводу тих бактерій, які могли би розмножуватись саме в цій воді, як вона може рік зберігатися і бути живою і корисною для людини? Ось ще таке питання. Да, це дуже така цікава тема на самом деле, тому що дійсно... Любая бутилірована вода, в ній додається консерватор.
Консервант. Используется консервант. Либо это углекислота, если вода у нас газированная. Углекислота является отличным консервантом, поэтому ее используют в воде, газируют в воду, вода не портится. Если вода без газа, тогда там сложнее. Тогда нужно добавить консервант, потому что если бутылка откроется, да, туда попадет воздух, тогда, к сожалению, в нашей окружающей среде масса пыли, спор и так далее. Если попадается бактерия, вода – это идеальное место для размножения бактерий. Как только туда попадается одна бактерия, она начинает размножаться. Ну і виходить, що навіть для дитячого харчування, якщо туди додали іще щось, наприклад, те, що ви сказали, так, це чи може бути, ну, вуглекислий газ не додають, тому що дітям треба, звичайно ж, пити без газу воду, і вона повинна бути стандартною. На воді для дитячого питання, для дитячого питання, там на кожній етикетці написано, що вода не може стояти відкрита більше 24 часов. Больше одних суток. Почему? Потому что там размножается органика. Это гораздо разумнее, гораздо практичнее и удобнее поставить качественный фильтр очистку дома, следить за своевременным заменой фильтрации, подписать сервисный договор с компанией, которая будет обеспечивать качество воды у вас дома, и быть спокойным, и быть уверенным, что ваши дети и вы пьете хорошую, чистую воду, очищенную, что ее не привозят в какой-то непонятный оборотный таре, как ее помыли, как ее обработали, эту тару. Вы получаете чистую воду у себя дома, вы знаете, что фильтры и поменяли согласно регламенту, вы уверены, вы спите спокойно. Это гораздо практичнее. Еще такой момент. Если, например, невчасно заменить фильтр, що буде? І скільки часу можна так випити ту воду, пити, так? І не змінювати фільтр? Ну, якщо так сталося, не знаю, за якихось причин? Ну, смотрите, тут нужно классифицировать питьевые аппараты, да, потому что они разные бывают. Вот. Если мы берем самые простейшие фильтра, да, то, конечно же, к сожалению, вода продолжать будет как шла, так будет продолжать идти, пока фильтра там не забьются совсем, и вы какое-то время будете получать некачественную воду, а в большинстве случаев даже хуже, чем та, что на входе. Так, тобто треба вчасно все робити. Угу. Ну от бачите, скільки є нюансів з приводу тієї води, яку ми вживаємо. І взагалі хочеться пити як гарячу, так і холодну воду гарної якості. З приводу гарячої води. От чи треба холодну підігрівати і, можливо, кип'ятити? Чи можна скористатися з фільтру, з ту, яка вже подається, гаряча вода? Да, действительно. Тут я хочу рассказать про наши автоматы питьевой воды, которые мы предлагаем использовать в аренду. В аренду для бизнеса. Это питьевая вода в офисы, в компании, на предприятии и так далее. Там принцип происходит следующий. У нас встроена система очистки воды. Мы подаем воду из городского водопровода. Она очищается. И далее уже подается на бак горячей воды. То есть там стоит ТЭН. Это, грубо говоря, чайник, который встроен в автомат питьевой воды. Вы абсолютно смело можете нажать кнопку горячей воды, получить горячую воду в нужном количестве для чая, для кофе, для любых ваших нужд. Это будет та же холодная вода, которая прошла уже все степени очистки, она подогрелась и выдалась вам чистая и горячая. Нету смысла брать холодную воду, подогревать ее в чайнике и пить. Это тот же самый процесс, только гораздо удобнее с автомата взять уже горячую воду. Просто вы экономите свое время и не заморачиваетесь проблемами. Мы все розуміємо, что там насправді ця система працює швидко и лише працює за потребою, так? Тобто після натискання ви можете вже отримати гарячу воду. Той процес, який ви можете зекономити час, так, то ви можете це зробити дуже швидко і зручно для вас. З приводу тих от різних степенів очищення води, от ви казали, що є на різний гаманець. Так от розкажіть, будь ласка, які найпростіші і які є найскладніші і, можливо, взагалі кращі для людини? Ну, скажем так, системы отличаются действительно по степени очистки. Есть системы самые простейшие, да, которые ставятся, там, трехколбовые системы, четырехколбовые системы, которые чистят воду без обратного осмоса, без обратно-осмотических мембран. Вода проходит разные степени, там механическая очистка, там угольная очистка, химическая очистка, есть умягчение, то есть кальций, магний, где убирается и так далее. То есть там могут быть различные варианты. Вот эти фильтра
И их обслуживать нужно там, хотя бы там, раз в 3-4 месяца. И они стоят достаточно экономно, но за ними нужно следить. Mm-hmm. За ними как раз нужно обязательно следить и не прозевать, когда нужно менять фильтра. А есть фильтра на основе обратно-осмотических мембран. Они сложнее, они действительно дороже, и там уже могут быть действительно варианты очень дорогие, могут быть там подешевле. Вот они как раз работают по принципу, когда из воды убираются практически все элементы, да, угу. и в конце ставится минерализатор, так называемый, угу. да, или подщелачивание, которое стабилизирует воду и действительно доводит ее до состояния, когда ее можно будет пить. Балансирует, скажем так, да, воду. Вот. Эти фильтра, если их не обслуживать, скорее всего, просто воду не дадут, либо, ну, то есть, как бы, есть фильтра, которые напоминают вам об обслуживании, угу. они уже подороже идут. Есть фильтра подешевле, но они быстрее не дадут вам воду, чем дадут плохую воду, но они сами по себе дороже. Так, ну тобто виходить, що ми спочатку забираємо все з води так, непотрібне так. І залишаємо її в чистому добавляємо. Вигляді, так, а потім да. додаємо. Ну тут ще питання, можливо, воно спірне. Наскільки це було б краще для людини? От як ви вважаєте? Спорний вопрос, дійсно спорний вопрос. І тут можна, знаєте, як... Нет правильного ответа, на самом деле. Правильного ответа нет. То есть фильтра, которые без обратного осмоса, они неплохие, они дают действительно качественную воду. Но у них есть одна проблема. За ними нужно следить. Регулярно. За ними нужно регулярно следить, и если там прозевать замену обслуживания, то можно получить воду даже хуже по качеству, чем на входе. Это правда. Вот. Система обратного осмоса, они, скажем так, менее требуют к себе, они требуют к себе обслуживания, но там, если вы прозевали, это не так отразится, скажем так, на вашем здоровье. Вот. При этом, действительно, искусственная минерализация, она очень спорная. Так, ну я думаю, що в майбутньому люди вже будуть досліджувати це питання більш досконало, і тоді ми визначимо, що буде кращим для вжитку, так? А взагалі, на яку воду в світі орієнтуються? Яка вода вважається ну, найкращою? От яку рекомендують пити, на ваш погляд? От як фахівців, які вже стільки часу займаються цим питанням. На що ви орієнтуєтесь? Ну, скажи, я думаю, що... Яка вода, найкраща в мірі? Вопрос интересный. И я считаю, что вот если мы говорим о талой воде каких-нибудь ледников, которые там в Австрии, в Альпах, допустим, вот мы получаем, это, наверное, эталон питьевых вод, на который мы можем ориентироваться. Это именно талая вода, которая, можно сказать, очищена самой природой. Мы получаем воду, которая без избытка солей, с природным минеральным балансом и без всяких патогенных загрязнений. Потому что в Альпах, как мы понимаем, нет каких-то вот заводов, все чисто. Наверное, это эталон питьевых вод. И мы должны стремиться по составу воду доводить вот именно до таких показателей. Что мы, собственно, и делаем. Обращайтесь к нам, мы знаем, как это сделать. Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що ви справді довели нам, яку воду треба і бажано би вживати. Ну, справді, хочеться всім нам бути здоровими і користуватися лише кращим, що є на сьогоднішній день. Тож, будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.